тоже так рада, мне так нравится. Ужасно, вообще не могу. Я просто такая Барби. Мне кажется, такое мне не надо иметь. Нет, это просто квадрат. Мяу-привяу, здрасте, мордасти, добро пожаловать ко мне в гости, добро пожаловать в мое новое видео. Я по вам уже соскучилась. Для начала я хочу передать привет вот этим дельфинчикам. Дельфины, привет! А если ты хочешь попасть в мое следующее видео, то подпишись или переподпишись на мой канал, ставь лайк, пиши комментарий, и, возможно, именно тебе я передам привет в следующем видео. И решила устроить себе шопинг-терапию. И накупила кучу всякой фигни, всякой одежды, целый мешок. Ну, знаете, такое бывает, когда ты вроде так обиделся, расстроился и... решил себя порадовать там всякими няшками и вкусняшками. Я устала долго грустить, потому что мне наконец-то пришла посылка со всеми вещами, которые я поназаказывала. И я очень-очень хочу ее открыть и посмотреть, что там. Кстати, со мной сегодня группа поддержки. Она сейчас присоединится. И будем смотреть посылки с Шейна. Это не реклама. Заплатите мне. Ладно, шучу. И да, мне грустно. Но вы думаете, я буду плакать? Откуда эта посылка? Откуда эта посылка? Я уже сказала, откуда эта посылка. Ты сказала? Да. Она сказала, откуда эта посылка, но я забыла, откуда эта посылка. Это посылка оттуда, что мы не рекламируем. Вау, офигеть! Я очень долго ждала, когда она распакуется. Она лежала у нас в коридоре. Она такая большая, она такая тяжелая. Я сама за ней ездила. И просто уже терпение мое лопнуло. Посмотрите, сколько там вообще всего просто. Посмотрите, сколько всего. О, ты ожидала, что тут столько всего? Да, это круто! Та-дам! Как вам наша компания с нами? Аскаридзе! Всем привет! Который потерял свой канал, и у него новый канал на Ютубе. Какой у тебя канал? Как ты называешься вообще? Или никак еще? Аскаридзе. Аскаридзе, как оригинально. Алена Китти у нас бесканальная бомжиха из Москвы. Она инстаграмщица. Да, она ведет сторисы очень интересные, там вот она все время с масочками, она все время спрашивает вас что-то. Она вам всегда задает вопросы, на которые забывает ответить. И Бушка! И Бушка! С нами Бушка! Кто первый мне дает что-то смотреть? Давай с закрытыми глазами выберем. Закрытыми? Давай, выбирай. Каждый закрытый давай, по одной. Считаю до пяти, и ты выбираешь вещь, давай. Давай. Все, рукой нет, перемешаю, я ее перемешаю. Давай. А, да, давай. Все, выбирай. Бери. Так. Что-то черное. Блин. Это топик, это, может, это пижама, это нельзя мерить. Я это не буду мерить. Ну, мы это посмотрим хотя бы. Ну, ладно, пижаму. Мы это посмотрим, потому что я это не буду мерить. Оскар, ты не заказывал пижаму? Оскар, закрой глаза. Это 18+. Шейн. Нет, не Шейн, пришло такое. А, ну это не такое 18+. Это не пижама. Фейкбори. А, ну это топик. Нет, это какой-то ночнушка какая-то. Ну, это топик, но я его ношу на кофту непрозрачную. Ну, короче, он с рюшечками. Мне кажется, такое не надо мерить. Не, ну я не буду, конечно, мерить. Ну что, с ума сошли, он прозрачный, там же будет девчина. Алена Китти, лишь бы стриптиз. Да, Алена Китти вообще у нас. Если видео есть Алена Китти, то вы не смотрите. Значит, сразу это аудитория 18+, ребят. Ну, короче, вот у него вот такое вот кружево, и типа я когда ношу, как вам показать? Похоже на трусы. Ну, ёлки-палки! Нормально же начиналось-то. В общем-то, лот первый. Я ставлю 10 из 10. Вы не знаю, как мерить. Я вам да, удалю. 10 из 10. А, вот 10. Давай, 10. Настя, давай я померю, посмотрим. Нет, порвёшь еще. 10 из 10. Бушка, вот это что это? Футболка. О, это, ой, таких много, кстати, я заказала. А, ну у меня была такая кофта розовая, с такими рукавами другого цвета. И за счет того, что у меня все время огромные плечи, кажется, я окажусь каким-то, знаете, мужиком плечастым. Мне кажется, что такие кофты скрывают размер плеч, и поэтому я купила таких целых три. Нет, я очень удивлена вот этим словам. Плечистый мужиком. Да, реально мужиком. прикольно. В смысле? Плечистый. Если бы плечистые мужики были такими бы, как Настя. Весили 42 килограмма? Да, 42 килограмма. Пишите 42. В комментариях, сколько вы весите. Не надо весить, как я. Так нельзя. Лена Китти, давайте вы. Давайте я вот это. О, это... с кошечкой, что ну, вот это, обалдеть. Это то же самое. Это вот эти вот. Самое я поняла уже. Только белое и с короткими рукавами, чтобы не быть плечистым мужиком. Это, наверное, с юбкой, да, можно одевать? Да, это такое, знаете, типа... Ну, подайте по... Я хочу. Чечевица. Типа я такая тяночка. Типа я тянка хочу. Очень такой... хороший материальчик, хороший ровный строй.
ручечки. Не знаю, сколько это стоило. Мать профессионал. Как ты? Мать всегда была в торговле, я все понимаю. Мне кажется, это стоило 200 рублей. Ну, типа, не знаю, 300-200, там все так стоит. Ну, точно, для 300 рублей это очень круто. Да, это хорошо. Все хорошо, ладно. Цена равно качество, мы одобряем такое. Это все не реклама. Это вообще норм столько заказать. Мне там дали такой список из, не знаю, из 50 наименований. Я вообще думаю, это норм столько заказать. Да, я заказываю. Ой, я достала единственную цветную вещь. Давай. Да, доставай. А мне кажется, оно как джуси, как твои штаны. Да, это пижамка. Это пижамка. Смотрите. Вау, а что написано? О боже, какая прелесть. Вообще здесь написано писус, но я забыла, что это значит. Нет, да. Загуглите, пожалуйста, напишите в комментариях. Напишите в комментарии, правда, что это значит. Но это точно не знаки зодиака, а то кажется, что это какой-нибудь, знаешь, скорпион. Короче, мы не знаем, что это. Это пижамка. Она вот такая вот, типа велюровая, такая замшевая, мягенькая, очень приятная. И шортики. И в этом можно ходить по дому и спать. Если на этом видео будет 20 тысяч лайков, то это Оскар померит. Ребят, я померю, если мы соберем 15 тысяч. Да, только видео уже будет закончено и смонтировано. Следующее, давайте. Можно я выберу? Давай. Вот это. О, сразу два. Опять цветной? Мы сейчас все цветное откроем. А что это вообще за говно? Мы сначала откроем все цветное. А потом... нет! Вау, какое прикольное то! Это с юбочкой носить. Это топик говнястого качества, но он сиреневый, и у него да, красивый. Сейчас рисунок. Я проверю на качество. Это такая синтетика. Но он вообще там, он вообще стоил 200 рублей, прям вообще там, типа... Ну, знаете, я хочу сказать, он хорошо тянется. И он приятный. Он очень ровненький, он приятненький. Я бы не сказала, что это прям такая синтетика, от которой прям вот так вот искры, нет. Ну, я оцениваю, конечно, 5 из 10. Качество похуже. Ну и вот этот рисунок, он такой, знаете, типа его чуть потянешь, он порвется. Но мне нравится. Я люблю сиреневый цвет, и здесь такой прикольненький... рисуночек. Сидеть. Куша, помогай нам. Сидеть. Теперь мы открываем вот это. А ты хочешь все цветное открыть? И черное? Да, мы откроем все цветное, я не а потом опустимся в черную дыру. Хорошо. Я не знаю. Ты что такое сразу красивое взяла? Алена Китти. О, моя. Ну, короче, у меня какая-то мания сейчас на моду 2000-х. Такое типа Paris Hilton, все такое, ла-ла-ла. И я заказала таких две. Очень круто. Знаете почему? Потому что на сайте я очень хотела такую кофту, но типа ее не на это надо, а там на голенькое тело. Ну, не на голенькое, там типа на топик. Она вся такая секси, такая гламур, 2000-ная. И была вот такая кофта, на ней не было отзывов, то есть она новая, но у нее вот такие рукава. А вторая куча отзывов, я знаю, что нормальная, но у нее не такие рукава. Я так мучилась, какую взять, вот это мне больше нравилось, но нет отзывов, вдруг она говно. А на второй куче отзывов, но она не очень нравится, я купила две. Короче, это идеальный вариант, это 10 из 10. Но представьте, что я не в этом джинсовом топике, что я где-нибудь там, не знаю, где-нибудь, хотя никуда нельзя выезжать, отпустите меня в Испанию. 10 нравится? 10. Да, 10 из 10. Я тоже так рада, 10. Мне так нравится, ужасно, вообще не могу, я прям такая Барби. Давайте вот эту юбка. Я чуть не порвала. Юбка? Юбка. Но это нам кажется, что это юбка. Да. Даже нам не кажется. Я точно знаю, что это юбка. Юбку, давайте юбку. Я знаю, я же заказывала. Кстати, похоже на твою юбку. Похоже на мою, но скромней. Типа, да? Такое, знаете, более такой... Ладно, я купила точно такую же юбку, не ругайте меня, ну блин. Слушайте, реально кажется... прям она? Ну нет, ну у меня она такая пышная, она у меня там... Ну по виду ты купила точно такую же юбку. Да, очень похожая. Вы должны быть на моей стороне, ребята. Вы... И теперь мы видим... Пипец, она реально точно такая точно же. Точно такую же розовую юбку. Нет, ну смотри, если типа та юбка, ну там, грязная будет или порвется, нет, или, ну, знаю, та... потеряется, нет, то та, вторая знаете... есть. Да, там совсем трусы видно под ней. Поэтому мне приходится с шортами носить. А это длинная. Да, и можно подумать, ты будешь носить ее без шорт. Можно и без трусов. Да, что-то изменится. Она оденет ее без шорт. Нет, ну смотрите, она длинная. Она... Ой, господи. Головой об люстру ударилась. Но она, видите, она как раз длиннее, чем вот эта. И не совсем такого фасона. И совсем не такой длины, как предыдущая розовая юбка. Ты нас убедила. Спасибо. Ставим ей 10. Спасибо. Буша выбрал вот это. Это невесомый топик. Короче, мне из Америки едет еще одна посылка. Там костюм велюровый. И типа такой, типа от Juicy Couture. Ну, и как? Что? Пишите в комментариях. На пляже как раз таком ходят. Лена!
10 из 10. Ура! А можно... Я это даже не мерила, это мне можно даже не по размеру. Потрогать, пожалуйста, потрогать. Блин, прикольное качество. Ну сколько поставим? Давай 8. Восьмерочка. Буша нравится. Ну вообще, мы сейчас продадим ее после видео. Нет, пожалуйста. Я хочу черная. Давай. Ой, здесь смотрите, какой рисунок. Это просто топик. Вау, кстати, рисунок. Покажи прям в камеру. Очень красивый. Вот такой. Явный рисунок. И шортики. Я сутулая сижу, поэтому вы мне в комментариях пишите: Настя, выпрями спину. Шортики. О. Значит, тут выбор цветов небольшой. А почему я это давно купила вообще, не знаю. Я не знаю, по-моему, я... Помните, такая была, нет? Я уже это не хочу. Я уже это не хочу. Мне просто очень нравилась цвета кофта, но она достала, потому что она одна. Это носить с юбочками все. Потому что я еще с Алика заказала кучу ушей. Целых штук 10. Я буду носить вот эти футболочки, я буду носить юбочки, и я буду такая тяночка. Угу. Да? У нас таких три. Угу. Но это другое, даже голубое. Следующий лот нашей программы. Давай вот это глаза. Клеточка. Давай. Ой, что это? Я узнала, что это. Это юбочка. Это юбочка. Такой у меня нет. О, вау. Даже такого близко. Признаю, такого нет, цвета у тебя есть такая. Такого цвета нет. Такого цвета нет, но в клеточку. Да, типа, у меня полно юбок есть. В клеточку, но розовый. Ну, розовый-то нет. Это нет, это розовая. Фиолетовая. То есть ты, тебе все равно, розовая или фиолетовая, Оскар? Это розовая, а там фиолетовая. Вам, конечно, ничего не показывает, она какого-то бледно-сизо-пизового цвета какого-то здесь. Но на самом деле она очень розовая, она нежно-нежно-розового цвета, очень красивая. Красивая. Такой у меня нет, совершенно точно. Давай, следующий. Смотри, что это черное. Нет, давайте вот это откроем. Вот, хочу вот это, давай, хочу вот это. Это колечко, которое мне будет точно велико, совершенно уверена в этом на 100%. Значит, было... это могу носить я. Да, я так и подумала. Посмотрите, какое оно красивое. Короче, оно вот такое прозрачное, голубенькое, я не знаю, видите вы что-то, нет, на нем написано Kiss. Kiss. Wow. Да, естественно, оно мне очень как раз на все пальцы. Алена Китти, прошу. О, подарок боже для Алены Китти. Там видно было кольцо? Да. Очень красивое кольцо. Нормально, отлично. Прекрасно. Mm-hmm. Ну что, следующее? Ну хотя... Еще одно кольцо. Красиво. Еще одно колечко. Еще одно колечко. Ой, тоже. Ой, вот это... Вот нет, это... нет, нет, это мне. Это мне. Это колечко мне? Мне кажется, да, она прям подойдет, она маленькая. Она вот такая... Скромная. Очень милафная, мне очень нравится. Кстати, если все пальцы забить... Да, конечно, с бриллиантами настоящими. 50 рублей стоит? Ого, ничего себе, так за 50 дорого рублей? Вообще. Очень красивое кольцо. Кошмар. Слушайте, ну, реально очень красивое дорого. Кольцо. И внутри маленькие жемчужинки. Очень красиво, правда, очень красиво. Собака у нас роется к недрам земли. Куда-то. Да, собака хочет нефть найти, потому что, это судя нефть. После моих таких прогулок по магазинам, собаке придется нарыть нефть. Слушайте, нефть нам не помешает. Да. Ребята, нам не помешает нефть, нам не помешают суперлайки. Отправляйте нам суперлайки, и мы переедем в Москва-Сити. Да. У нас есть желание, мы хотим переехать в Москва-Сити. Да. Отправляйте суперлайки, и с вашей помощью мы переедем в Москву. А потому что я больше не могу вот это видеть. Да. Такого цвета нет 100%. Но это концертное, я думаю, что это что-то концертное. Оно из... Ого! Обалдеть! Настя, вы всех шокируете, боже мой! Это очень крутая юбка. Как она воняет! У нее такой точно нет. Она едко розового цвета, и она такая, типа кожаная, короче. И она мягкая достаточно, очень мягкая. Видите, и держит форму. Да. И я хочу сказать, что это точно 10 из 10. Ура! Ну, наконец-то хоть. Не зря вся куча вещей была заказана. Вот это что, смотри. Это, наверное, что-то напоминающее предыдущее. Давайте, открываем. А, ну это тоже такой топик с кружевами. Ну... Это тоже... Настя, опять! А, нет, это другой, подождите. Опять какие-то... То было топ-бандо, понимаете? Топ-бандо. А это топ, я забыла, как называется, там тоже было это умное бандана? Название. Короче, это топ не бандо. А, да, это там есть название у них какое-то специальное, я не знаю. Это вот так вот завязывается на шею, и оно вот так вот, знаете, смотрится. И ноги вам можно засунуть, смотрите. Вам, конечно, сейчас по микрофону трет очень сильно, но оно типа, оно вот так вот на шее завязочками, и оно вот так вот треугольничком смотрится...
Ну я же все-таки планирую, что нас отпустят в Испанию. Это что? А, я думала, это носки без пяток. Носки без пяток! Я думал, знаешь, просто на эту часть, типа без ног. А что, носки без пяток, это нормально. Но я могу... Если что, можно не стирать. А что, у вас пятки воняют? Вот вы и спалились, ребят. Ну это под футболки, там под такое. А в эту дырку ты высунешь большой палец на ногах. Да. Нет, еще я такие заказала черные. Знаете, есть сетки такие, но сетки мне не нравятся, не знаю, сетки как-то у всех. Поэтому я заказала сетку розовую. Вот, а это типа под футболку. А мы можем эти вообще порвать. Да, да. Порвать. Я, кстати, одну вещь. Напорвать ей. Да, где-то она здесь есть, напорвать. У меня я тут одну заказала напорвать. А я мусорная кида. Как вам? Оценивайте. Да. 10 из 15. Чё? 10 из 10. Чёрная какая-то вещь. Давайте ее тоже открывать. Но мне кажется, там как и предыдущие. Настроение черный цвет. Вот такая вот концертная фигня. Вау, это бомба вообще, это круто, мне это очень нравится. Это можно комбинировать абсолютно с чем угодно, и за счет того, что оно XXL я взяла, там были XS, я не знаю, кто берет XS, оно, наверное, такое короткое. Это оверсайз, и я планирую сделать прям большие, прям вот, прям порвать. Я это заказала, офигеть, ничего себе, я это заказала, я в шоке. Я же стесняюсь снимать видео и фотографироваться в купальнике, поэтому я на купальник сверху полностью прозрачное платье, то есть я буду вроде как в купальнике на яхте, но не голая. На мне будет прозрачное платье, и это приличнее, чем просто в купальнике. Короче, и совет от Алены Кити. Покупайте яхты в молодости, потому что потом вы будете все деньги тратить на саженцы. Чайки полетели. Это что, опять Джуси? Я не знаю. Да, ребята! Черный. Я знаю, что это! Черный Джуси не укусит? Это! Ты всю отгадал. Он там сидит, понимаешь, а он подглядывает, что ли? Он очечечки одел, что, там очки? Это, видишь, подглядывает. Это! Бархатные штанышки. Ну, короче... О, господи, даже длина хорошая, кайф. У меня такие есть крутые-крутые рокерские ботинки, нью-рокер, на огромной платформе. А, ну это очередные трусы, это? Такие же, но только другой формы. То было то бандос, следующий на завязке. Нет, Настя. А это... Нет, такими... Настя, ну что ты говоришь? Какие трусы? Это уже лифчик. Да, вариант. Это уже по-другому это бралет. Ну и все, и погнала. Я вообще думаю, что... Все эти три топика выглядят одинаково, да. Торча снизу. Понимаешь, верх все равно будет не виден, потому что она всегда говорит, что это торчит снизу. Так, ну что следующее? Это тоже будет торчать снизу. Да. Это корсет? Но прозрачный. Офигеть, корсет, это круто. Это красиво, да. У меня был черный, но этот прозрачный. Он очень как бы... Стоп, а был еще же какой-то. Черный. На футболку. Ну, на бежевый там есть. Но это, смотри, он, видишь, он кружево, очень красиво. Он кружевной, его классно носить на какие-то такие базовые вещи. Я не знаю, нафига я это заказала, я не ношу футболки. Ну, наверное, как пижаму носить. Просто у нее классный рисунок был. Не знаю, зачем, просто мне понравился такой рисунок, смайлики цветастые. Показалось, это прикольно с чем-то комбинировать, что-нибудь такое. Вот, видите, вот, а серые хорошие. Плохая а это качество девочка. Очень. Можно? Ну, потому что я хочу как розовое, но я вам покажу сейчас розовую свою, натрогай. Фу. Это вы очень узнаете. Качество ужасно. Я ставлю 4 из 10. Это 2 вообще надо поставить, что это такое вообще, я не знаю. Вот она, моя любимая кофта, но я не могу все время в ней ходить. Ну, я вам это хорошее качество. Что это качество и вот это просто можно сразу выкидывать, прям сразу же. Вы знаете эту кофту, вот это моя. Я пыталась что-то типа ее найти. Но это точно не то. Вот еще одна точно такая же. Ура! Я говорю. Но я... Нет, это другая, это получше. Это хоть другая, нет, это качество хоть получше. Это без рисунка. Одна с рисунком, другая без. Но это хорошего качества. Вам не кажется, что что-то похожее было? Я думала, бежевое будет с качеством. В начале, да. В начале что-то такое. Ну, в начале с рисунком. Просто с рисунком. Но я надеялась, что одна из этих двух серых будет говняного качества, а вот это бежевое хорошее. В итоге две серые хорошие, одинаковые. А вот это хрень. И в итоге я буду ходить, как обычно, вот в этой, которая мне уже надоела. Но это же классно, ну. Вот это Это та, которая я сказала, что две одинаковые.
Это еще одна одинаковая. О, но она другая. Она прозрачная. Она прозрачная. Да. Она очень красивая. Почему на море прям отличный будет. Тут у нее разрезы. Она двойная, чтобы не просвечивать. А что это, как будто... Сейчас покажу. Она очень красивая, смотрите, у нее разрезы, и она тоже очень крутая. Ну, вот, вот этим двум кофтам просто это за счет. Стиль 2000-х, такой Барби. Я вообще не понял, я подумал, типа, 4 руки, что ли? Я тоже не поняла, почему оно двойное. Как-то оно здесь завязывается, затягивается. Странно. Ну, в общем-то, вот такая вот. Похожая на ту, но немножко другая. Ну, на море прям отлично будет выглядеть. А мы пока что не на море, ребят, ну, но вы супер лайк отправляете обязательно. Ой, подожди, не снимай. Один. Ой, я жопой сел на микрофон, у меня сейчас будет брак по звуку, извините. Фоткайте. У нас... Чехол на телефон. Давайте откроем. Вау, давайте. Чехол на телефон, очень хочу. Сколько у нас тихо АСМР? Обалдеть. Что лучше не стало. Что лучше не стало, так и просто. Ну ладно. Зарядка на что? На и вот это должно закрываться, но оно не закрывается. Ну, не закрывается, так... еще отваливается. Да, какой-то говно. Я не одобряю чехол. Я типа таких кучу видел, но заказывать их это хрень. Это тоже как бы колбасная сетка. Да, колбасная сетка, просто стен у всех черная, а я думаю, ну почему бы мне сделать не как у всех, а розовую. Ну это одобряю. Да, это когда я ходила в школу, вот точно такая же фигня была модная. Один розовая, зеленая, даже это вообще такого же цвета, да. Да, у меня точно такие же были, но короткие, розовые. Потом я поела в них креветки. А салатовые еще. Салатовые, да. Я поела в них креветки, они стали вонять креветками, и я перестала их носить. Мне самое главное, что она даже в школу в них ходила, понимаете? Да. Пиджака, нет, подожди, ты идешь, когда мимо директрисы, ты так под пиджак, так хоп, а потом, когда проходишь, так хоп. Мне нравится, очень. Да. Ну, я в шоке. У нас еще остался просто тоже, как я вижу, дебильный какой-то предмет. Просто дебильный, на. Это крабик. Сама будешь уметь глянчить. Можно я открою этот крабик? Я хочу открыть этот крабик. Какой-то есть звук про краба. Как вы думаете? Крабик. Как вы думаете? Потанцуем крабика. Как вы думаете? Потанцуем. Это красивый крабик? Нет. Это фу! Просто квадрат, вот такой. Слушай, это как тюрьма. Это эстетик. Скажи, какой эстетик? Это эстетик, это вайб. Aesthetic girl. Это айс... Ой. Нас посадили. Это минус. Это тоже минус деньги. За него тоже должны были нам прислать деньги. Фу, ставлю на топ. Я не одобряю. Вот такие два колечка. Как красиво. Еще у нас осталась бумажная рука. Всем пока, сейчас будет перевоплощение. Я готова, заходите. Офигеть. Да, юбка очень красивая. Да. Ну-ка, побирай, переворачивайся. Очень красиво. Блин, классно. Ну, она чуть-чуть великовата, но ее можно вот так пониже сделать. Типа 2000-е. Короче, а мы выбираем следующий лук. Я готова, заходите. Вау. Да, я была не права, это очень круто. Это очень круто, Настя. Офигеть, такой, это вообще впервые такая одежда, мне очень нравится. Да, это. Я ставлю 10 из 10. Да, это. Еще знаешь, какие-нибудь украшения на руке? Я, ну, другие. Тут, перчатки можно или что-нибудь. Перчатки, да. Но штаны выглядят очень круто. Очень так дерзко, да. Прям круто, очень стильно выглядит. Мне нравится, что длина штанов классная, очень прикольно. Тебе надо, мне кажется, на обложку, типа, пофоткаться, вот каждый образ. А, ну, вот, типа, первый, тут второй, это... Это типа обложка. И что третий образ нам нужен? Мяу, я готова, заходите! О-о-о. Ну, по мне, конечно, скучновато. Нет, знаешь как? Нет, очень красиво. Для видосов такое, видосов. Нет, да. Я хочу сказать, это очень красивая розовая юбка. Можно носить прям повседневно. Она не такая прям короткая. Она короткая, но в меру. Я, кстати, да? Мерила вот этот топик. Он выглядит очень классно. Вот так нам не выглядит. Сиреневый топик. Пишите в комментариях, какая одежда вам понравилась больше всего. Какой лук вам понравился больше всего. И делитесь этим видео, пишите комментарии.
Я вас очень сильно люблю. О, какой красивый том. Вау. Это просто обалдеть. Очень круто. Классно, да? И он так собирается. Заходите сюда в кадр. Настя, просто обалдеть фигура, просто обалдеть все. Просто. И Италия, аномалия. И Италия, песочные часы. Сломаешь, несы. А вы были на нашем модном приговоре? Ой, а нас так очень фигово слышно было сейчас. Ну ладно, вот сейчас будет слышно лучше. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами. Пишите, что больше всего понравилось. Мы вас любим. И обнимаем. Пока! Пока! Ребята, приходите 9 февраля на музыкальный фестиваль, на котором я буду выступать. Билеты бесплатные. Подробности у меня в сторисах. Кстати говоря, всех жду на моем концерте в честь моего дня рождения. Подробности скоро скажу. Короче говоря, не грустите. Мышка тоже не будет грустить. Я вас очень люблю. Можете на меня подписаться или посмотреть вот этот вот видосик. Пока!